Здравствуйте, меня зовут Ксения, мне 28 лет, я работаю в сфере средств очковой и контактной коррекции зрения. Приходя ко мне в салон оптики, каждый человек нуждается прежде всего в помощи. Он хочет видеть хорошо и превратить свой недостаток в преимущество, которое позволит ему выглядеть стильно и уверенно. Сперва мы проводим диагностику зрения клиента. Этим занимаются врачи-оптометристы. Затем приходит время моей работы. Это имеет свои сложности, потому что необходимо соотносить предпочтения покупателя, исходя из особенностей его рецепта. Мне нужно определить, какой тип оправы нужен заказчику, учитывать тип лица, дать рекомендации в отношении бренда-производителя и качества линз. К сожалению, в современном мире глаза являются заложниками нашего образа жизни. Работа перед монитором компьютера, вождение автомобиля, даже приятный отдых у моря – все это приводит к перенапряжению и нечеткому зрению. В настоящее время оптический рынок развит достаточно хорошо, и это мне помогает найти гибкий подход к любому клиенту, удовлетворяя его малейшие потребности в этой сфере. Я должна быть в тренде мировой моды, поскольку во многом очки определяют имидж клиента. У нас регулярно проходят различные обучающие семинары, помогающие мне не стоять на месте, развиваться и повышать квалификацию, ведь медицинские продажи – самая сложная часть всего процесса. Каждый раз, когда клиент уходит в новых, стильных очках, мне становится радостно и приятно, что он уверенно идет вперед, занимается любимым делом, проводит время с близкими людьми и наслаждается каждой минутой своей яркой жизни. Делать людей счастливыми – моя работа.